Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Outlast 2. Так, ну что, пойдем вот так? Пойдем, да, пойдем. Я надеюсь, я батарейку найду в воде. Да? Да? Мы нашли батарейку в воде. Сколько у нас их? Как, черт побери, что? Найти способ выбраться отсюда. Сейчас найдем. Способ выбраться отсюда, да. Это что? Это что? Вы можете спрятаться, погрузившись под воду? Камера работает, да? Все нормально. Жалко, не можем постелсить, чтобы бошку ему оторвать. Это было бы замечательно. Иди. Иди туда, тебя ждут. Вот так. Угу. Залазь. На всякий случай. Ну мало ли, сквозняк, коронавирус, все дела. Что здесь? Я видел там луч света. А, вон он шарахается. Видите, да? Конечно, видите. А там что? Нет. А, мы не можем? Ну, вылазь. Хорошо, давайте сюда попробуем зайти, что ли. Очень не кстати ты вернулся. Опять эта вспышка. Так. Это какие-то наши параллельные воспоминания, что ли? Что за черт? Это мне снится. Или я совсем слетел с катушек? Да, кстати, дубляжа русского нету, друзья мои. Есть только улучшенный перевод субтитров. Поэтому что-то буду не успевать переводить. Потому что все быстро меняется. Темп очень большой у смены субтитров. Поэтому так, да. Зашел в дом. Меня тут же нахлобучило непонятно чем. Вот эта вспышка. Урок музыки. We are love it. Тихо. Я помню это. Картинки нет, только шум. Но я это видел. Я знаю, что видел. Угу. Ну что ж, давайте закроем. Раз пошла такая пьянка. Мне жаль, что приходится делать это. Должно быть, ты любил меня. Должно быть, ты помог мне. Господи, прости меня, я не знаю, что делать. Мне так жаль, Джессика. А, вот оно. Я помню это, I remember this. Это я уже от себя. Я подошел, и музыка прекратила играть. Джессика и Лин.
Когда мы были... Ни хрена себе, я вернулся в четвертый класс, а я думал, что хуже быть не может. Ну что, совершенно понятно и очевидно, что он учился в этой школе, религиозной или какой там. Да, она вся здесь пропитана. Господь, Господь, крестами и очень высокой религиозной, очень большой религиозной составляющей. Responsibility. Так, ну-ка. А здесь, наверное, закрыто будет, да? Ну, конечно. Repent. Pascal Morin. Я все еще эти батарейки. Сколько? 106. А, пусть будет открыта дверь. Да, это какая-то религиозная школа. Товарищ, а вы, собственно, кто? Пойдемте. Нет, мы пойдем. Мне страшно, но мы пойдем. Конечно, пойдем. Что это такое? Self-esteem, swimming pool, toilet. Душевая и туалет. Я даже не успел понять, что нужно делать, когда этот полоумный на меня побежал. Ага. Ага. Часы. Без пяти два. Хорошо, заперто. То есть мы правильно вышли. А что было там на свету? Игра, я тебя прошу, прекрати, пожалуйста, вот это вот. Интересно, если бы мы пошли на свет, что бы мы там нашли? Это отдуреть вообще можно. Метель, да. Так, это мы в деревне оказались. Нас, походу, нахлобучивает жестко. Очень жестко. Ты, он... Не так ли? Глазанот, они ведь убили тебя? Нет, пока нет. Они сделают это, если найдут тебя. Пошли. Кто этот смельчак? Кто ты? Меня зовут Эйтан. Но я имею в виду, ты один из них? На чьей ты стороне? Ты о том, почему я не пытаюсь тебя убить? Я нерожденный. Я видел слишком много, чтобы сохранить веру. Но ты не один из тех других еретиков. Я не сказал ни слова, когда кожа моей жены покрылась язвами, и из него пришлось изгонять дьявола. Я не жаловался, когда Нот прижимался к моей анали, а ей было только 15. Но тогда он сказал моему внуку, ребенок, которого он зачал, был антихристом, и я должен разрезать ее живот и убить ребенка. Да, этот Нот тоже поехавший. Судя по, знаете, вот этим вот взрывом неоднократным, создается впечатление, что это деревня какой-то полигон. Серьезно. Мужичок-то рискует. Ой, рискует. Сильно рискует. Но... Ладно.
Я дал ей шанс убежать. Рассказывал этим идиотам истории. Я всегда был хорошим рассказчиком. Возможно, ты это заметил. Что? Твоя дочка, она была на 8-м месяце? Блондинка со стрижкой под мальчика? Да. Что, что тебе известно? Ты ее видел? Из-за нее мы сюда и приехали. Она в порядке? Пожалуйста, мистер, просто скажите мне, что с ней все в порядке. Она в порядке. Ох, слава Богу, да благословит он тебя. Давай, заходи. Эй, эй, ты. Тебе крепко надавали по голове, да? Я буду в порядке. Спускайся в подвал. У меня там кровать. Ты сможешь спрятаться. Мужичок, рискуешь ты. Ой, рискуешь. Все в порядке, просто отдыхай. Тут ты в безопасности. Отдыхай и поправляйся. Это на тебе позаботится. А, у нас бинты. Спать. Ну что ж, хорошо. Кавдейн Лайт. Мы просто упали. От усталости. Пью чай с лимончиком, дорогие мои. И ложечка обязательно должна торчать, чтобы в глаз тыкать. Иначе это не каноничный чай. Пожалуйста, Блейк. Где ты? Мне страшно. Он идет. Пожалуйста, Блейк, он здесь. Пожалуйста, Блейк, отстаньте, быстро. Я ничего не скрываю. Праведность приходит не с генами родителями, а с поступками. Это баба вот этой. Я знаю проповедь папы. Я писал ее лично сотни раз. Пророку не нужна твоя мощность в поисках шлюхи дьявола и ее других. Но теперь спроши других еретиков церкви. Господь направит его. Вот она кромсает, а. Вот она кромсает. Ты согрешил, когда не отдал пророку свою дочь. Ты согрешил, когда не отдал. Пожалуйста, прошу, просто дай поговорить с Нотом. Ты знаешь, где найти чужака. Его семя породило врага. Бог и пророк оба хотят его крови. Просто дай мне поговорить с Нотом, я могу объяснить. Бог не слушает вертмецов. Держи себя в руках. Успокойся. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Кошмар. Подстилка дьявола. Офигеть, да? Надеюсь, ты встретился со своей дочерью. Слушайте, мужичок нас не выдал. А мог бы. Я думаю, все, он не выжил без... Там выжить невозможно было. Ты не выдал ей меня. Даже если она... Спасибо. Та женщина, кем бы она ни была, она забила его до смерти. Что-то о поисках Лин, что-то о церкви. Чапл — это часовня же, по-моему. Так, ну хорошо, если это можно так назвать. Мягко говоря, не все хорошо. Так, еще раз. Две батарейки у нас. Не, реалистично, но жуть как неудобно. Ага.
Вот и выход открылся. Лютая деревня просто. Что это за баба вообще? Реально полоумная. Ну как, в общем-то, и все они здесь. Это кто? Это что? А, это бидон. Что? Тихо. Игра, не кали, пожалуйста, а? А то и так страшно. Батарейка. Ну и... Ну пойдемте по течению, по реке. Что здесь? Кто эта бабка? Так, понятно. Очередная шизанутая. Угу. Нас она, наверное, не видит. При плавании вы устаетесь. Найдите спокойное место, чтобы восстановиться. При длительном беге вы устаете. Дети, я знаю, вы слышите, потому что они дети Господни. Они... А, страж ждут. Они еретики среди нас, прислужники врага. Запирайте двери, закрывайте окна. Держите любимых поближе к себе. Вражеская Пасха началась. Это, я так понимаю, начало празднества, да? Черт побери. Где, что? А, вот. Начало празднества, судя по всему. Они сняли с них кожу. Прибили их к деревьям. Она была еще ребенком. Ну-ка. Добраться до церкви. Так. Мы что-то пропустили там, что ли? Видимо, да. Плохо, что записки разбросаны и не получается цельно их найти. Не сразу, а так вот, чтобы они кучно лежали. Не в одном месте, а логично по сюжету. Что это? Это религиозная чушь. Вот это вот, я это все читать не буду. Потому что это показывает то, каким образом они написали это священное писание под Отца-Нота. Я так думаю. Нам это не нужно. Просто на уровне непонятно как разбросаны сюжетные вот эти вот листки. Это очень неудобно. Ну ладно, будем стараться по возможности найти максимальное количество листков. Давайте посмотрим, мы сейчас все нашли? Нет, вот тут вот нету. Вот. Чего-то нету здесь вот. Получается 6, да? 6. Оу. Ну, понятно. Здесь подобная норма. Удивляться не стоит. Помните, что с помощью микрофона можно слушать через стены и записывать звуки? Помню. Ага. Что там происходит? Те, кто восстали против Господа, должны умереть.
Должны умереть их младенцы, разбиться в дребезги. Их женщины и дети должны быть вспороты. Должны быть вспороты. Не, мы не успеем доснять. Жаль. Очень-очень жаль. Ну вот, собственно говоря. Мы должны восстать, чтобы бороться с ними. Во чужаках среди нас нет ненависти. Встретиться их ножом, палкой, кулаком. Бог восторжествует от пролитой проклятой крови. Угу. Замечательно. Вообще прекрасно, да? Чудесница. Что ты делаешь? Блейк, не пугай меня. Ты меня пугаешь. А, спрятаться в бочке с водой, понятно. Там что, батарейка? Да, батарейка. Что, что, что? Это все прекрасно, только я не понимаю, куда идти. Я тут как-то не испытываю особого кайфа бегать по этим зарослям непонятно куда. Так. Оставь мне место у твоего трона. Мы отсюда пришли, да? Или нет? Да вроде нет. Угу. Нам много батареек дают. Неужто бегать немного будет в темноте? Ладно. Мне с моим пространственным ориентированием только вот лазить здесь. Иду куда-то. Угу. Вылезли. Вылезли. Что? Пожалуйста. Если что. Это кто? Даже дьявол должен любить своего отца. Пожалуйста, пожалуйста. Не-не-не-не. Так, перезагружаемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой кошмар. А ну какой кошмар. Спрятаться в бочку. Что-то как-то пока мне не особо это улыбается. Хорошо, а дальше что? Они ж сюда не припрутся, да, я надеюсь? То есть здесь дверей нету. Войти сюда неоткуда. Во всяком случае, с этой стороны. А с этой... Ну-ка, давайте посмотрим. Нету ничего. Угу. Это что? Пойдемте посмотрим, что это. Болтают что-то.
Может, есть способ пробраться через сарай? О. Ну, бери. Я думаю, тут не все так просто. Конечно, нет. Мне бы хотелось, что он сказал, выбор сделать. Это здорово. Так. Давай, 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 давай. Он не вышел? А чё ты не выходишь-то? Ямоль. Иди вон туда. Не, ну это никуда не годится. Вообще. А что, если его выманить и попытаться закрыть? Видишь меня, нет? Пройди дальше. Пройди дальше. Давай. Иди сюда. Идет он? Иди, иди сюда. Быстро. Не получится так. Ладно. Попробуем. Давай. Хорошо. А я думал, сейчас мы его выманим и аккуратненько закроем дверь. Фиг там. Да что? Ничего хорошего, в общем-то. Что, в принципе, хорошего может быть здесь? Скажите мне, ничего. Так, 9 января. Еще троих сегодня отправили жить среди пораженных. Охрана слишком явная, чтобы их скрывать. У них было 7 детей, и всех их папа Нот отправил мне на воспитание. Теперь под моим крылом более 40 сирот, которые беззаветно меня любят, как могут только дети, брошенные своими родителями, уязвимые и зависимые, как восходящее солнце. И я люблю их всех. У меня у самого никогда не будет детей, и у меня есть только нерастраченной любви. Когда Господь оставит их, я буду здесь, чтобы утешить и направить. Что значат эти сны? Так. Черт подери. Ну-ка. Вообще прекрасно просто, да? Аккуратно. Давай. Но это место не лучше. Получи, ведь. Здорово, вообще прекрасно. То нам на прощание? Фу. Так, упали мы отсюда. Угу. Ладно. У нас авториген происходит?
Козла этого мы обошли. Это хорошо. Я батарейки опять ищу. Как обычно. Что это? Ну-ка. Угу. Наверное, это молильня какая-то. Так. Душа Иисуса, подготовь меня. Отец Нот, направь меня к искуплению. Кровь Христа, дай мне испить вина твоего. Дай зрение моему вырванному глазу. Ангел Божий, одолжи мне свой меч. Дабы Иисус, услышь мою мольбу. Исцели меня в своих ранах, держи меня ближе к себе, защити меня от грешного мира и подготовь меня к часу сатаны. В братстве храма врат, чтобы я мог защитить создание твое, пока ты не дал мне остальное. Аминь. Так, ну молитва какая-то, ясно. Батарейки? Батареек нет. Ладно. Батарейки экономлю, друзья. Ну, пока видно, в принципе. Пока видно. Это что? Угу. Это кто-то светит, да? Или лампа висит? Опять вспышка. Что за черт? Смотрим. Однажды учитель сказал мне, что музыка птиц является доказательством того, что Господь существует и любит нас. Да? Интересный подход. Очень интересно. Пение птиц — это любовь Господа, да? Угу, понятно. Так. Ничего я здесь не вижу. Вот здесь. А здесь, может, что-то и будет. Да. Должен быть другой путь. Ух ты ж. Нету ничего. Мне показалось. Ну, значит, только вот здесь по горам как-то лазить. Ну-ка. Ну нет, смотрите, между горами прошли. Хорошо. Давайте попробуем. Да. Мы тут душевно будем лазить, я так понимаю. Как вы думаете, допрыгнем? Ну ладно тебе, ну не ладно, не притворяйся, тебе не больно было. Ну вот кровь, это, я так понимаю, ориентиры. Я думаю, что да. А дальше? А, вот они, карнизы. Уступы. Ладно. Хорошо, Блейк. Молодец. Чего у тебя сразу все краснеть начинает? Объясни мне. Ты что, не бьешься? Руками всего лишь навсего держишься. Так, ну, огонь — это ориентир. Это понятно, что это ориентир. А дальше куда? Сюда, наверное. Да. Угу. Тихо, 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 тихо. Ну, пойдем, Блейк. Пролазь, пролазь. Это уже третья вспышка была, да?
Что это? Что-то снимаем. Пока не понимаю, что. Там распяли, что ли, кого-то? Он сказал, что она сделала это с собой сама. Он сказал, что защищал тебя. Что тут, где тут? Угу. Интересно, да, крылья? Да. Церковь. Нет, нет, что-то похожее на храм еретиков. Ладно. Ладно, ладно. Храм еретиков. Угу. Мне кажется, что вот сюда, потом вон туда. Ну давайте посмотрим. Может, попроще есть какая-то? Да нет, 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 вряд ли. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Свет это ориентир, наверное, да? Ну да, мы пришли отсюда. Ну хорошо. Зашибись вообще. Такую из деревьев слепить. Так. Давай, Блейк, не понти. Угу. А это что? Куда это мы с вами выходим? Что за прекрасный, дивный мир? Хорошего, конечно, нам ничего ждать не стоит. Здесь это невозможно в принципе. Угу. Ну, пойдемте. Пойдем. Нет, нет. Кто это? Это не эта девочка, с которой мы учились, Джессика. Угу. Это глюки. Она просто в форме была. В школьной. Так. Чтобы протиснуться, двигайтесь в направлении любых еретиков, которых Господь пошлет вам. Мы выкопаем шлюху у чужака, которая принесла тьму на эту святую землю. Нам посланы страдания, и мы должны быть готовы к справедливой жестокости во имя Господа нашего. Молитесь и будьте стойкими. Бог любит вас. Придурки. Церковь. Я видел церковь. Как далеко это зашло? Чувство на зубах, как будто звук ножниц. Где это? Новый храм врат. Угу. Должно быть, это церковь. Блейк, я пока ничего не вижу. Давай. Может быть, это церковь. Может быть. Хорошо. Идем. Мутно все пока. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Хм. И тут даже великодушно двери открыты, да? А, тут можно было спуститься по-людски, но мы, как обычно, опережаем события с вами. Сохранение, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Серию уже заканчивать надо. Да, тихо. 9 марта. Еще больше детей умерло. Нот говорит, что такое детоубийство не грех, ведь все является солдатами армии Господа. Мученики пали на поле наперекор дьяволу. Все младенцы с рассеченным горлом и обуглившимися плотью будут невредимы ждатность в раю. Еще папа Нот говорит, что наши грехи находят нас в наших снах. Наши грехи находят нас в наших снах. Но в моих снах только убийство моих детей. И я просыпаюсь, смеясь, возбужденный, часто влажно от невольной похоти сна. Я проснулся сегодня утром, думая, что намок от крови из рассеченного горла ребенка. Но эта влага была моей собственной. Другие видят во снах то же самое. Мы прорыли туннель, поэтому можем тайно встречаться. Мы собираемся, делимся своими видениями и гадаем, что они значат. Я все чаще думаю, что это послание, но ничего святого. Да, господа, поехавшие по полной программе, убивают детей и становятся от этого и мокрой, и влажной, или что он там писал, придурок этот. Так, ладно. Я думаю, что это он и есть. Толстый этот. Здесь что, закрыто все? Закрыто, да. Угу. Пойдемте наверх. Вы ненавидите Бога, потому что он заставил вас убить своих детей? Бог сам убил собственное дитя, пригвоздил его к кресту, где тот висел в муках несколько дней, прежде чем умереть. И когда сын спросил его, почему ты отрекся от меня, Господь не ответил ни слова. Я тот, кто я есть. Я тот, кто я есть. Мы стоим на страже врат, через которые Антихрист попал в этот мир. Мы стоим на пути конца света. Под двери или окна можно пододвинуть предметы, чтобы их заблокировать. Так, давайте батарейки сменим. Прекрасно. А здесь что? Так, Салливан. Папа Иезекиил, лжец, шарлатан, мешок с кишками, наркоман, трус, насильник, убийца детей. Я ушел, я забрал с собой всех, кто имеет смелость увидеть правду. Иди за нами, найди нас. Мы все ждем и хотим убить и трахнуть каждого, кого ты посылаешь на гору. Я не ненавижу вас. Мог ли Иисус ненавидеть крестителя за то, что он еврей? Я не мог найти свое праведное зрение без ваших многих лет наведения и дерьма. У меня никогда не хватало смелости искать правду без вдохновения своей злостью из-за вашей лжи. Ваш Бог — это детские суеверия, ваша вера — смятение. Знаки истинного Отца были перед вами, перед всеми нами. И вы тщеславные, наивные, слишком глупые, чтобы перевести дух. Вы подумали, что видения посланы вам в наказание злобным и ужасным Богом. Ваш Бог напуган, потому что он совсем не так хорош. Ваш Бог – ваше собственное эго, уязвимое и ложное. Смятение. Мой Бог совсем не так хорош, но он настоящий. И он в каждом мгновении экстаза. И его дитя трахнет и порвет этот мир, приведя его к вечной славе. Я не прошу вас присоединиться к нам. Я говорю, вы присоединитесь к нам, потому что наша любовь больше, чем вы можете себе представить. Вэл, я так понимаю, это сепаратист местный. Ушел. Хорошо. Убежал и забрал кого мог. С собой. Так, и что дальше? Каковы мои следующие действия? Ну, спрыгнули мы. Что там? Вот сюда, что ли, убежать надо? Я думаю, что мы вот здесь вот присядем, серию на этом закончим.
Да, надо уже заканчивать. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.